Второкласснику Саше Пирошенкову 7 лет. За 8 месяцев он собрал почти 40 килограммов крышечек. Главная цель всеукраинской акции «Добро жменями» – собрать средства для раненых бойцов АТО. Мальчик считает, что каждый украинец обязательно должен внести свою лепту, ведь преодолеть трудности можно только вместе. Мы с батьками решили взять участь у акции «Добро жменями». Я збирав у дома, у крещених, у знайомих і у сусідів. Второй Б, где учится Саша, стал настоящим рекордсменом по сбору пластиковых крышечек. Благодаря помощи родителей и учителей ребятам удалось собрать практически 52 килограмма пластика. Мы собираем крышечки всем классам. Мы любим принимать участие в разных акциях. Мы любим делать добро. По словам классного руководителя 2 Б Оксаны Писаренко, к сбору крышек ребят никто не принуждал. За это никто не получал высоких баллов или каких-то особых благодарностей. Поступать именно так детям подсказывало только сердце. Это было не просто на улице где-то, или дома. Это даже в лесу, где прогуливались батьки с детками. Это было в таборах відпочинку, потому что они понимали, что это потрібно для наших військових. Дітки дуже переймаються такими проблемами. Всеукраинская акция «Добро жменями» стартовала в августе прошлого года. Ее участниками стали школьники, студенты и просто обычные мелитопольцы, которые готовы поддержать тех, кто ценой собственного здоровья боролся за свободу нашего государства. Самыми активными помощниками стали учащиеся Мелитопольской 4-й школы. Взагалі наша работа с этого привода была спрямована на виховання патріотизму, на то, чтобы дети ставали добрішими, мудрішими и розуміли потреби каждого, особливо бійців АТО. То, які потребують цього найбільше зараз в нашій країні. На даний момент в Мелітополі відкрито більше 100 пунктів прийому кришок із-під пластикових бутилок, поэтому стати учасником акції «Добро жменями» може кожен житель міста і району. Екатерина Свириденко, Олеся Брючок, Артем Довжик, ТВ5.